Вообще не улетает. Видит меня прекрасно и не хочет улетать. Вот. Вот такие проблемы. Сидит, фотографирует меня. Чудо, ты лети уже, блин, мне хватит. Две штуки сбил. Хорош. Ну что, буду на нее нападать, видите? Прямо у дороги вот так-то они, бедняги, пасутся, поэтому и страдают. Я, конечно, их по лесу искал. Вот. Сейчас улетит, конечно. Подойду сколько смогу. Ой. Вот сидит, пока еще крепится. Странная какая-то. Наверное, сейчас улетит уже точно. Нифига себе, 20 шагов осталось. То ли она думает, что я ее не вижу, то ли что, он сидит как привязанно, как на веревочке. Странная девочка. Ну или мальчик. Чудо. Попробую еще ближе подойти. Опа. Сидит. Как ни странно. Ну все, осталось 10 шагов. 15. Она еще и кушает. Вот так. Точно ручная какая-то куропатка. Блин, мне же пальцы замерзли. О, полетела. Ох, я села, видели? Вот тут села. Там где-то в кустах. А, вот он. Не разглядел сразу. А что это такое чудное? Вот так попробуем видеть, да? Смотрите, какая идеальная маскировка у нее. Вообще не боится. Попробую разглядеть. О, там их две. А я-то думал, что одна. Все уходят от меня, уходят. А может и больше там. Попробую разглядеть. Так, ну которую сбил. Она вот лежит, вот, падала на повал прям камушком бок с кустика. Еле нашел в этих кушарях. Она вон как пукнулась, вот, хорошо упала. Фух, еле нашел. 100 метров был выстрел. Вот, с одного места смотришь так. А, когда подойдешь в другом месте, кажется. Ну ладно, нашел уже хорошо. Блин, коряги, сучки. Иди сюда. О, ты какая. О, кровище натекло.
Ну, все хорошо, ладно. По шее вроде попал, да. Да, крыло. Крыло где-то в основании шеи, видать. Да. Ладно, хорошо нашел. О, как натоптали. И все возле дороги. А я-то их вообще не здесь искал. Я их вообще в лесу искал. Вот так бывает. Вот сколько они там дали. Вот таков итог. Две штучки. Одного. Куропаточка. Вот так, друзья. Всем привет. Искал их в лесу, прошел вдоль березовой рощи, там под речкой. Обычно они там бывали. Фух. Вышел уже вот к дороге, блин, к машине. А они, как всегда, у нас тут чаще всего возле дороги и пасутся. Ну вот так, два выстрела. Нет, три. Один я промах сделал по ветке, видать, попал. Один на 70 метров, ну, сбил куропат, второй на 100. Вот так. Благо дальномер в кармане. Блин, морда чуть замерзла. Вот так вот, куропаточка. Казалось бы, что искать, да, в кустах? Еле нашел. Они пукаются. Пук, беленькие, не видно их. Ну ладно, вот так. Жалко, не смог вам показать это все. Камера была в этом, скажите. В рюкзаке, не стал ее доставать. Потом, когда куропаток сбил, уже решил поснимать их. Они сидят, не улетают. Ну, хватит, две штучки добыл, хватит. Давайте их поснимал немножко так для красоты. Ну и все, разогнал их, поулетали, пока я свои трофеи собирал. Вот такая охота, друзья. До вечера, как говорится. Ладно, всем счастья, здоровья. Берегите себя, до встречи. Ух ты, блин, куда ж ты проваливаешься? А, что так резко-то? О, все, вышел на чистый простор.